Спонсор выпуска — сеть магазинов спортивного питания Fit Health. Приветствую вас, друзья! Недавно на экраны вышел фильм «Тарзан. Легенда», где главную роль сыграл Александр Скарсгард, который, в общем-то, не отличался особым атлетизмом до съемок в этом проекте. Поэтому я подумал, что многим должно быть интересно, как такой человек, как он, хардгейнер и, в общем-то, ярко выраженный эктоморф, достиг довольно впечатляющей формы в столь сжатые сроки. Сегодня я предлагаю разобраться в этом. Итак, поехали! Когда звезда сериала «Настоящая кровь» был утвержден на роль Тарзана, многие кинокритики не одобрили режиссерский выбор. Внешность худощавого 40-летнего шведского актера не вязалась с образом мускулистого дикаря из джунглей. Сам же актер рассказывал журналистам, что вырос в семье, где спорт не ставили на первое место, и поэтому ему иногда приходилось работать над собой немного больше, чем другим актерам. Александр вспоминает, что когда его отец услышал о том, что сын получит роль Тарзана, тот очень громко и долго смеялся. Он не мог поверить, что его вечно тощему сыну предложили такую роль. Как бы то ни было, режиссер и не хотел, чтобы главный герой был слишком уж массивным. Он стремился к более реалистичному образу человека, который не просто выглядит атлетичным, но еще и способен с легкостью управляться со своим телом в джунглях. Но тем не менее, даже для этого образа Александру пришлось набрать около 10 килограмм сухой мышечной массы за довольно короткий промежуток времени. Итак, давайте разберемся, как он это делал. Физическая подготовка актера началась где-то за 4 месяца до съемок. Этот этап можно условно назвать массонаборным. До съемок Александр увлекался бегом на дальние дистанции, и каждую неделю он участвовал в соревновательных забегах на 10 километров. Это было первое, что отменил тренер. Вообще, на этом этапе кардио было полностью исключено. Акцент делался именно на набор мышечной массы. Тренировочная программа была основана на недельном цикле с 4 основными тренировочными днями. В понедельник были ноги, вторник – отдых, среда – грудь и передние дельты, четверг – отдых, пятница – спина, средние и задние пучки дельт, суббота – отдых и воскресенье – руки. Хотя нужно сказать, что дни отдыха можно так назвать лишь условно, потому что между силовыми днями тренер Александра заставлял его работать над прессом и кором, как бы отдельным днем. А теперь давайте более детально пройдемся по всем упражнениям. В понедельник у них был днем ног, как вы помните. Начинали они с классических приседаний, 4 подхода, 12, 10, 8 и 6 повторений. Вторым упражнением у них была становая тяга, вернее, мертвая. 4 подхода, 8-10 повторений. Третьим упражнением они делали жим ногами. Выполнялось 3 сета по 12 повторений. После этого было упражнение, которое называется «конькобежец». Выполнялось 3 подхода по 30 повторений в каждом. И, наконец, последнее – это выпрыгивание лягушкой. 3 повтора, 10 повторений. Как это выглядит, вы сами сейчас видите. Следующий день – отдых, вторник. И среда – это грудь и передние дельты. Итак, первое упражнение – это классический жим лежа, жим штанги. Выполнялось 4 сета, 12, 8, 10 и 6 повторений соответственно. Потом был жим штанги, но теперь уже на наклонной скамье. 4 сета по 10 повторений. После этого был кроссовер, сведение рук на блоке, 3 сета по 10 повторений. Четвертое упражнение – это жим гантелей сидя. На плечи 3 сета по 10 повторений. Пятое упражнение – это классические отжимания от пола. 3 подхода по 20 повторений. Ну и, наконец, последнее, шестое упражнение – это выпрыгивание из положения лежа. 3 сета по 10 повторений. Значит, потом у нас выходной в четверг. Ну, как вы помните, это выходной от похода в зал. То есть вы можете потренировать кор и пресс, в общем-то, в домашних условиях, да? Полноценная силовая тренировка следующая – это пятница, пятый день, спина, средние и задние пучки дельт. Первым упражнением Александр выполнял классические подтягивания. 4 подхода, каждый до отказа. Второе упражнение – это тяга горизонтального блока сидя. 4 подхода по 10 повторений. Третье упражнение – это тяга гантелей одной рукой в наклоне. Тоже классика для спины, 3 сета по 10 повторений на каждую сторону. Четвертое упражнение – это упражнение дровосек.
4 подхода по 10 повторений на каждую сторону. Пятое упражнение – это махи гантелей в наклоне на заднюю дельту. 4 сета по 15 повторений в каждом. И, наконец, последнее, шестое упражнение в этот день – это классические махи гантелей в стороны. То есть на средние пучки дельт 4 сета, в каждом по 15 повторений. Суббота – выходной, и, наконец, воскресенье, как вы помните, руки. Итак, пройдемся по упражнениям. Первое. Поднятие гантелей на бицепс поочередно. 4 сета по 8 повторений в каждом. Второе упражнение – поднятие Z-штанги. 4 сета по 10 повторений. Третье упражнение – это французский жим лежа. 4 сета по 10 повторений в каждом. Четвертое упражнение – это разгибание рук на блоке с канатом. 4 сета по 10 повторений. Пятое упражнение – это суперсет. Первое движение – это сгибание рук на блоке. И второе упражнение – это разгибание рук на блоке. На каждое движение по 10 повторений. И всего таких 3 суперсета. Так заканчивается последний день недельного сплита, который, я напомню, Александр выполнял в массонаборный период. Что касается продолжительности тренировок, то тренер старался не затягивать дольше часа. Несмотря на то, что тренировки были довольно интенсивными, они их не затягивали. Для того, чтобы выдерживать такой хардкорный режим, естественно, актеру пришлось начать придерживаться очень строгой диеты. В первые 3 месяца, когда цель была набрать, Александр употреблял около 7000 калорий. Тренер снабжал подопечного готовыми ланчбоксами с курицей, стейками, картошкой. Актер вспоминает, что он постоянно ел, постоянно до отказа, и для него это, конечно, было нелегко. Он делится, что иногда приходилось даже вставать по ночам, чтобы впихнуть в себя еще один дополнительный прием пищи. К окончанию 4-месячного цикла Александр набрал 11 килограмм. После того, как он набрал нужную мышечную массу, пришло время поработать над рельефом и качеством. Естественно, это потребовало больше ограничений в меню. Полностью были убраны сахар, глютен, мучное и молочные продукты. По словам актера, эта фаза подготовки была для него самой сложной. Его тренер Ликбек отмечал, что на этом этапе у них оставалось всего 4 недели до начала съемок, чтобы подсушиться. Они тренировались по 10-14 раз в неделю, с учетом кардио. А это, нужно сказать, немало для парня с таким относительно небольшим стажем и дефицитом калорий в рационе. И вдруг, как гром среди ясного неба, происходит катастрофа. Ликбек рассказывает, что за 10 дней до начала съемок они делали прогонку в кадре, и это было впервые, когда Александр снял рубашку перед съемочной группой. Из-за того, что он сидел на жесткой диете, он выглядел плоским, вялым, ему не хватало наполненности мышц, и у него все еще было немного жира, от которого ему нужно было избавиться. Он выглядел неплохо, но все-таки не так, как всем хотелось бы. Как опытный тренер, Ликбек понял, что это был синдром перетренированности. В организме Александра зашкаливал уровень кортизола, который задерживал воду и последние остатки жировых тканей. Поэтому они решили снова добавить немного углеводов с жирами и уменьшить объем тренировок в 1,5 раза. В общем, если в двух словах, то решение Ликбека звучало так: ешь больше, тренируйся меньше. Тело актера быстро отозвалось на эти корректировки, и нужная форма была достигнута в установленные сроки. Дальше во время съемок они работали уже на удержание. Это были силовые тренировки full body, это было кардио и немного функционала для того, чтобы Александр смотрелся подвижным в кадре. Режим уже был довольно-таки умеренный, а что касается питания, то оно удерживалось довольно чистым, калораж, естественно, был на порядок снижен. Ну что, вот и все, ребят. Мы вкратце пробежались по питанию, по тренировкам, как я и обещал. Ну, от себя могу добавить, что тренировочный сплит, в общем-то, это классика. Это основа основ, поэтому если вы относительно недавно начали тренироваться в зале, этот сплит однозначно вам подойдет, он рабочий. Поэтому тренировки я одобряю. Что касается питания, то 7000 калорий в день звучит, конечно, нереально, мягко говоря. 2 дня может быть. Ну, чтобы вы понимали, 7000 калорий столько может потреблять разве что выступающий супертяжеловес, бодибилдер на самом-самом высоком уровне, ну, то есть на мистер Олимпии. Парень с телосложением и конституцией Александра, это просто невозможно.
Вообще, когда люди слышат о подготовке актеров к каким-то фильмам, то первая мысль, которая возникает, все сразу стероиды, короче, все тут понятно, что тут вообще рассказывать, что тут разбираться, все и так ясно. Ну, от себя хочу сказать, что в этом случае, на самом деле, я поверю, что они могли тренироваться натурально. Смотрите, на самом деле прогресс не настолько сумасшедший. За 4 месяца они набрали порядка 10 килограмм. И, в общем-то, новичок Александр, поэтому первый прирост, как вы знаете, он самый массивный, самый быстрый, поэтому вполне реально. Это не так, как набирал, скажем, Дуэйн Джонсон с Марком Уолбергом для этого фильма «Кровью и потом», да? Вот там понятно, да, сразу такие мясоголовые, короче, ребята, бум-бум-бум, за три месяца «Скала» там, конечно, вообще был конем каким-то. Это не тот вариант. Поэтому мне кажется, что здесь вполне реально они могли подготовить Александра без стероидов. Не знаю, что вы думаете, делитесь своими комментариями под этим видео. В общем, на этом все, ребят. Спасибо за то, что посмотрели ролик. Надеюсь, он вам понравился. Если вдруг вы еще не подписаны, не дай бог, на наш канал, обязательно подпишитесь. Спортфаза перезагрузка.